Ты думаешь, ему жарко? Да. И поэтому он рычит? Да. Он страшный? Пошли. А что это у него в лапках, Настя? У него там яйцо, да? Какой огромный. Пойдем. Зуб болит. Зуб болит? Да, на голове у него зубик, кажется, болит. Ничего себе. А чего ты решил, что у него болит зуб? Покажи. Да, посмотри, поломал. Да? Да. Он не рычит так громко. Поэтому и рычит так громко? Да. Ух, ничего себе. Он кого-то наградил, и у него зуб сломал. Ничего себе. Куда? Еще раз расскажи, куда. Нет, смотри, продолжение просмотра. Сюда. Сюда. Настюша, пойдем не теряйся. Ты какой огромный, да? Это шунозавр. Мамка, посмотри, сколько у меня на пальчиках. Четыре пальчика. Ух, сколько много. Это кто? Туриозавр. На списке он длинный, посмотри. Да, это туриозавр. Да. Видишь, какой огромный динозавр, да? Он длинный, да. Длинный, видишь, как кричит. Кричит, ну так кричит. Не знаю, чего он так кричит. Наверное, голодный. Голодный. Вот и рычит. Пойдем дальше. Ой, их тут много. О, смотри, лошадки. Лошадки. Видишь, какие красивые лошадки. Или бы я тоже катался на них. Смотри, какой огромный. Да, и шея у него большая, и хвост. Пойдем, услышишь, кричит что-то. Вот он, наверное, очень голодный. Да? Ну, наверное. Голодный.
Смотри, как он головой шевелит, да? Ищет, наверное, кого съесть. Пошлите дальше, дети. Пойдемте дальше. Пойдем дальше. В кустах прячется динозавр. Ничего себе. Пойдем сейчас искать, кто тут ходил, какой динозавр. Искать, конечно, пойдем искать. Да, пойдем искать, кто тут. Слышу. Пойдем искать, кто тут рычит. Смотри, какой, да? Какие у него зубы, видишь? Видишь, какие у него зубы? Он тоже ходит за кур. Смотри, как он лапками шевелит, да? Кто это такой? Давайте посмотрим. Дилофозавр. Дилофозавр, посмотри, вот такой. На спичке. Да. Вот такой. Опять слышишь звуки? Да. Пойдем смотреть, кто это. Наверное, это птеродактиль. Нет. Смотрите, вот огромный птеродактиль стоит, да? Да. Пойдем посмотрим. Да, на камни. Пойдем поближе. А вот смотри, какой-то маленький есть динозаврик. Какой? Ну вот, видишь, маленький. Ну вот. Настя, куда ты побежала? Иди сюда. Сюда иди. Пойдем сюда, потом туда пойдем. Видишь, какой маленький есть. Что это такое, не написано. Гигант. Гигант? Да. Какой огромный, да? Тираннодонт. О, какой. Схватит. Сейчас как полетит, да? Пошли дальше смотреть, что тут есть. Смотри, какой огромный динозавр. Какая у него шея длинная, да? Ты думаешь, он меня проглотит? Плодок. Ты будешь думать, он тебя проглотил? Нет, не хочу, я его боюсь, он такой огромный. Ну, тогда отойди подальше. Отойди, а то он может нас съесть. Или отойди. Думаешь, он нас съест? Да, он думает, что... Он думает, что он нас съест? Да, он думает, что это его мясо, да, мам? Да, наверное. А мы не говорящего. Не говорящий? Смотри, его зовут Тигазавр. Траадон его зовут. Куда пойдем? Посмотри, мам. Посмотри. Тираннозавр Рекс. Да. Рекс. Видишь, какой? Thank you.
Интересно. Не, это утки. Смотрите, какой огромный. Мы пойдем на гору. Вот сейчас вас динозавр откуснет. Че ты трогаешь этот канат? Видишь, как летит? Встаньте рядышком. Встань рядышком. На меня посмотрите. Дети, на меня посмотрите. Встань там рядышком, на меня посмотри. Там встань, на меня посмотри. Ай, опять болото. Встань на меня, смотри, улыбайся. Это болото. Артём. Пойдем. Эти хищники. Да, укусили его, да? Ну,